самое интересное, что может встретить, наверное, веломеханик, это еле обслуживаемая вилка. Вернее, никогда не обслуживаемая вилка, которую часто приносят нашему механику. Что это на ней? Бетон или штукатурка? И почему оно на ногах? И почему здесь пыльник стоит наискосок, и он как-то не стоит, он вот наполовину? Вань, мы не озвучили, что это, что мы обслуживаем, какую вилку? Вот он... Убитую. Это дура. А, это дура. Это сантруп. Сантур дура. Это сантруп. Скоро будет момент истины. Мне вот интересно, какого цвета там масло будет? Что мы говорим, смерти? Нет, не сегодня. Я не знаю, кто возьмется за такую работу. То есть, ну, эти 40 лет. Это то... Не снимай мое задумчивое лицо. Ё-моё. О, я видел. Признаки жизни пока не явны. Кристина, не смотри. Что трещит, трава или сантур? Сейчас туда какого-то борща зальем. Оп. Идет, идет, родная. Да, естественно, идет, все. Так. Надеюсь, меня там сейчас ничего не укусит. Да. Ой, тихо. Блин, тут не капает, тут выпадает, Женя. Кусочки сантура. Ой. Это просто трындец. Песок. Это просто капец. Немножко сантур разложился. Блин, а. Зеленые человечки такие. К сожалению, пиздец. Капец, слушай, там своя микрофлора, знаешь, как какие-то там горы, понимаешь, наросты. Какая флора? Тут, сука, космос уже какой-то, а не флора. Да ладно, согнать 80 хода и отличная вилка. Это не металл, это известь, нарост извести какой. А, мы еще сверху не откручивали. Так. Тут солидоночки все как положено. Нормальненько, да, еще-то? По сравнению с остальным всем, да. Сам чумок. Ну, когда-то здесь было масло. Слушай, оно еще есть, даже сейчас оно есть. Черт, 7 лет. Ты смотри. Серенькое, страшненькое, но оно еще есть. Херово, что вот эта штанга сгнила. Это будет значить, что масло будет протекать. Типа скрестить не удалось. Не, ну я же говорю, его начистить, надраить, возможно, убрать масло нахер, то есть, чтобы не было отскока регулировки. Mm-hmm. Вот, потому что, ну, как бы с этой ногой вряд ли что сделаешь. Отчистить, отдраить ее, согнать ее в 80 хода, вычистить там, потому что там башни не сгнившие, то есть они хотя бы какие-то, но есть. Ну то, что отмывать долго очень штаны, там просто жесть. Вот, у тебя получится 80-ходовая пружинка, вилка, просто пружинка, просто, ну, как бы... Но она будет работать, вот эта часть просто, она не будет доставать. Потому что нижний башен будет вот ход, mm-hmm. Но до этой фигни. Верхний башен будет вот от этих мест выше. В принципе, она убиваться не будет. Да не, мы же в конце озвучим, чей это был вилка, ты шо? Да если что, да не надо, мне будет стыдно. Без палева вообще. На самом деле, я просто не понимаю, Евгений, вот... Ты, катаясь вот, мощно, жестко, почему ты не используешь, никогда не занимаешься профилактикой? Зачем? Достается на это время. Ты либо катаешься, либо занимаешься профилактикой. Дорогие друзья, сколько прошла ваша вилка после последнего ТО?